Санкт-Петербурга, города, в котором находится великий музей Эрмитаж, где я провел более 50 лет, изучая картины старых мастеров. Пейзаж. Мне нравится пейзаж, именно французский пейзаж, потому что любимые мои художники Ван Гог, Сезанн, Эрен, Ренуар, они жили и работали именно в этом месте, и это придает мне как бы дополнительный творческий ресурс, чтобы поработать именно в том месте, где творили.